Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Сегодня у нас 19 января, второй день после опороса. Уже поросятки более-менее вычухались, кушают, свинка их кормит. Единственное, конечно, сама еще не кушает, он еду меняем, но она не пока не прикасалась к еде. Но это такое состояние, не может быть 2-3 дня. И состояние такое, не знаете, тревожное. То она раньше как бы по барабану боимся, но так заходишь, начинает там вскакивать, нервничать. Так, что я хочу сказать по опоросу. Опоросилось было 16 поросят, осталось 9. Из-за того, что свинка большая достаточно, и некоторые поросята были подавлены. И вот видите, он даже бегает беленький, у него рана на спине, видно ее. Мы к ним доберемся, рану обработаем. Она вроде сейчас не гноится, ничего. Пока не будем трогать и беспокоить. Ну, в принципе, знаете, как хотелось бы как бы получше, побольше. Получилось, в принципе, 9 нормально, будут крупные, вырастут, задохликов не будет. Легко продадутся, поэтому не придется возиться с ними, возни будет меньше. Подстилка теплая, в принципе, хоть и на улице минус 4, в помещении тут градусов, наверное, ну, около 10. Ну и плюс на самой подстилке вообще тепло, они по большому счету поросятки нормально себя чувствуют. Ну, вот этот, что упал черный, оставим на развод. Посмотрим на него, как он будет себя. Может, кого-то еще и красного оставим. А те вообще белые, все в папу. И погибли тоже белые. Ну, опять же, как бабуля говорила, без падежа не бывает хозяйства, скажем так. Ну, ничего страшного. Вон она, свинка, чтобы отошла нормально, потому что что-то она грустная у нас пока. Ну, на поросят реагирует нормально. Видите, он пошел маму проведать. Она их сейчас подкормит. О, молодец. Уболтал. Хорошо не носится, не бегает, не скакивает, лежит, кормит. А рядом, короче, продали поросяток. Рядом свиноматка была с поросятками. И у нее сейчас подперло, видно, стыдиться надо, а некому сцеживать. То пряталась от них, теперь бегает, кричит, зовет на пожрать. Все, будем давай закругляться, наверное, да? Чтобы ее не беспокоить, не включать свет. Пусть они потихоньку сами. Ну, как на второй день, они обалденные уже. Нормально. Завтра будем колоть их уже железом. Поколем. После железа они вообще так приятно начинают расти, да. И, да и такие веселее становятся. Анемии не будет у них, дистрофии не будет. Вовремя проколем, вовремя хорошо пойдут в рост. И все хорошо у них. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо за комментарии положительные. А за неположительные тоже спасибо, что уделили внимание моему каналу и мне. В общем, всем всего доброго.